Этот соус с успехом заменит кетчуп, а также может быть использован при приготовлении супов, соусов на основе томата. По своей сути, он заменяет томатную пасту. Столовые реализации не требует. По вкусу можете добавить в соус перец чили или какие-нибудь травы и приправы, которые вам нравятся. В остальном же, оставьте рецепт без изменений. Помидоры – 3 килограмма. Лук репчатый – 3-4 штук. Чеснок – 2-3 зубчиков. Сахар – 200 грамм. Соль – 50 грамм. Горчица – порошок. 1/2 чайных ложки. Корица – 1 щепотка. Перец душистый горошком – 1 чайная ложка. Гвоздика соцветия – 1 чайная ложка. Перец черный горошком – 1 чайная ложка. Уксусная эссенция – 1 столовая ложка. Количество порций – 8-10. 1. Лук и чеснок нарежьте. 2. У помидоров вырежьте плодоножку и бланшируйте пару минут. 3. Снимите кожу с помидоров и нарежьте. 4. В сотейнике тушите лук, чеснок и помидоры, пока масса не уменьшится вдвое. 5. Добавьте все оставшиеся ингредиенты, проварите до загустения и разложите по банкам. 6. Приятного аппетита!